зрители канала. Вы знаете, темы для видосиков подбрасывает интернет, так смотришь, то все, 5-10. И вот и наконец набрел, так сказать, случайно на коллегу. Это оказался Гиппократ. Гиппократ — это в переводе означает сильный как лошадь. Он жил в 460 году до нашей эры по 370 год до нашей эры. Древнегреческий целитель, врач и философ. И вот вошел в историю как отец медицины. И вот как раз его цитаты, которые, знаете, интересно немножечко растолковать, так скажем. Я толкую все эти вещи. Ну и смотрите. Разум — лучший лекарь. Вот если у нас есть по-простому тям, то есть ум, есть какой-то кругозор, есть какая-то образованность, специально образованность, я вот много потратил времени на самообразование, то в результате ты начинаешь понимать эту жизнь, как она влияет на раскрытие твоего творческого потенциала, как она влияет на, будем говорить, личностный рост, как она влияет, в конце концов, на благосостояние и здоровье. И вот если ты начинаешь это понимать, то тогда ты стараешься вот эти понятия применять в жизнь для того, чтобы не болеть, процветать, ну и прочее, прочее, прочее. Следующая цитата. Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него совсем. Как правило, вначале происходит сбой. Сбой в работе организма по той или иной там причине. Из-за того, что мы своим умом не понимаем, где-то там перебираем. Ну, там интересно, дальше будут цитаты соответствующие. Поэтому, что нам даст вот лекарство? Лекарство пытается внести какую-то коррекцию. Вот у вас возникла там боль или еще что-то. Вы пытаетесь внести какую-то коррекцию с помощью лекарства, избавиться от нее. А возможно, немножечко подождать. Особенно хорошо бы поголодать денька 3, 4, 5, для того, чтобы организм сам пришел в норму. То есть это вот эта интересная такая цитата, я ее так вот понимаю. Следующее. Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Вот как раз продолжение предыдущей цитаты. Болезнь, недомогание и прочее возникают из-за того, что человек ведет порочный образ жизни, который приводит к соответствующим заболеваниям. Поэтому современный вот этот вот подход медицины, основанный на том, пришел человек, да, наплевать, причины, следствия и так далее, какой там образ жизни ведет, неважно, все, мы вот это вот применяем и все недолго. Ну и что? Так как образ жизни не изменен, все эти проблемы накатывают с новой силой. Врач лечит, природа исцеляет. Задача врача, ну вот того древнего врача, как правило, человека образованного, ну, в меру того времени, он понимал, что важно использовать целительные силы природы. Через нас идет жизненная сила, идет обмен энергии, информации, веществу. И если этот обмен по тем или иным причинам начинает страдать, то, естественно, возникает болезнь. Так вот, задача врача была, заключалась в том, чтобы вот этот вот обмен наладить, то есть подсказать своему страдальцу, которого он лечит, как надо вести жизнь для того, чтобы это заболевание исчезло. Болезнь не сваливается на голову, как гром среди ясного неба. Она является результатом постоянных нарушений законов природы. Вот о чем я до этого и говорил. Человек ведет такой образ жизни, который не соответствует его биологической машине.
То есть вовремя вставать, давать соответствующую нагрузку физическую, соответствующее питание, соответствующее мышление, соответствующий распорядок дня. То есть это все есть не что иное, как законы природы. И если мы, а именно вот самая первая цитата, если нет ума у человека, то естественно он будет болеть. Потому что нарушая вот эти простые, очевидные вещи, приводит себя к болезням. Поэтому, если что-то с вами произошло, это уже следствие тех изменений, того порочного образа жизни, который вы вели до болезни. Пока вы были сильны, было достаточно жизненных сил, это все как-то, знаете, сходило с рук. А потом, когда силы иссякли, вы не можете столько пищи переварить, сколько там съедаете. Начинают появляться болезни. Значит, и дальше этот стат идет. Постоянно расширяясь и накапливаясь, эти нарушения внезапно прорываются в виде болезни. Но сия внезапность только кажущая. Вот поэтому не думайте, что болезнь это какая-то тут кара необычная, несправедливое, еще что-то вот на вас нам свалилось. Мы, то есть люди, ее готовили годами порочного образа жизни. И как только не подготовили, а резервные механизмы в человеке и вообще резервы исчерпались, возникает то или иное заболевание. Так сказать, бах! О, вот она. То есть у человека, например, были запоры. Были запоры, да и ладно, там, жить можно. И вот так, пожив несколько десятков лет с этими запорами, человек наживает онкологию. И потом думает, а что ж такое? А как же она возникла? Вот так-то. Сия внезапность только кажущаяся. Болезнь всегда происходит либо от излишка, либо от недостатка, то есть от нарушения равновесия. Наш организм можно сравнить с таким, знаете, заводом или комбинатом, который может усвоить определенное количество пищи, переварить и вывести. Это вот на пище, ясно и понятно. Если, естественно, этого слишком много, то просто-напросто его мощности не хватает, и начинаются те или иные нарушения. То есть одно дело сюда загрузить в желудок там можно, а вот переварить сил не хватает. Это особенно сказывается, знаете, уже в пожилом возрасте. Человек может съесть, ну, как в юности, а вот чувствует, а переварить нет. Это все лежит здесь в желудке камнем. Начинается одышка, начинается сердцебиение, может подниматься давление и так далее, И от переизбытка. Недостаток, естественно, можно себя уморить от этого недостатка, там, используя, грубо говоря, сейчас у нас, ну, редко бывает, хотя и бывает, когда, ну, не хватает, там, допустим, еды, семья там бедная, ну, либо человек начинает придерживаться там каких-то там систем, надо там поменьше есть, то все, пятое, десятое. Особенно в юном и молодом возрасте, когда организм требует. И в зависимости еще от следующего, излишек недостаток можно рассматривать как недостаток каких-то, допустим, пищевых веществ, которые нужны человеку. То есть у человека такое питание однобокое, вроде бы он и наедается, но того, чего надо для работы полноценного организма, в нем и не хватает. Ну, например, той же клетчатки. Раз ее не хватает, то значит начинаются какие-то проблемы с опорожнением толстого кишечника, начинают скапливаться какие-то там токсины. Не хватает, допустим, свежих, будем говорить, овощей, которые несут там витамины, все это, чтоб нормально работало. Потому что наш организм взаимодействует с пищей. И если этого взаимодействия мало, то даже смотрите, здесь можно еще и сделать такой пример. Это излишек движения. То есть человек, вот там, грубо говоря,
чем-то занялся, он там постоянно движется, 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 все это. Это тоже слишком, будем говорить, большая нагрузка на организм, он не успевает просто-напросто восстанавливаться от физической нагрузки. И в то же время, если имеется недостаток физической нагрузки, то его мышцы просто-напросто атрофируются. Поэтому равновесие – это давать такую физическую нагрузку, которая бы поддерживала ваш организм, вот как раз мышечную массу, в той форме, в которой она и нужна для жизни. Не больше, если больше, то надо есть больше, надо тренироваться больше, не меньше. То есть вы там лежите, вам особо не хочется и покушать, и плохо усваивается пища и так далее. Ну, вот так. Никто не должен приступать меры. Мудрость жизни знать во всем меру. Вот я как раз вам и говорил, что вот желудочек, он имеет примерно вот такой вот объем. И вот это вполне достаточно. Тщательно проживали пищу, там, допустим, ту же цельную кашку с топленым маслицем. Добавили тушеных овощей, ну так вот примерно. Мудрость жизни в чем заключается. Как правило, если человек переедает, особенно вот на ночь, то у него ночью идет пищеварение, организм не отдыхает. Он постоянно у него работает, сердце там стучит. Это также сказывается на истощении вашей жизненной силы, на подрыве ее, а потом, грубо говоря, и болезнь возникает. То есть меры – это очень интересная вещь. Мера должна быть во всем. Ну, допустим, грубо говоря, стопочку там выпили, грамм там 50, и хватит. Ну, не пол-литра же. Ага, допустим, вы имеете какую-то там сексуальную связь. Мера должна быть. Но если это чрезмерно, вы тоже истощились. И так во всем. Вот и работать. Поработали, чувствуете, надо отдохнуть. Отдохнули. А если так трудоголики, ну и что с этого получается? Сгорел на работе. Так что меру это очень хорошая вещь. Пусть ваша еда станет лекарством. Это очень глубокая мысль, ее не совсем правильно понимает. Дело в том, что так как мы, будем говорить, человеческий организм состоит из трех жизненных принципов, и когда вот эти принципы выходят из равновесия, то возникает сначала, будем говорить, расстройство здоровья какое-то. А потом уже, если это все продолжается, возникает какая-то болезнь. Так вот, оказывается, с помощью еды мы с вами можем слишком слабый жизненный принцип укреплять и, соответственно, избегать болезни. А слишком сильный жизненный принцип вата, ветра, слизи и желчи, соответственно, мы можем усмирять. Это, так сказать, можно так сказать, высшая математика в питании. То есть в соответствии со своей индивидуальной конституцией вы питаетесь так, чтобы ваш организм был в равновесии, как до этого говорили еще. Видите, какие глубокие мысли здесь заложены. Чтобы он был в равновесии. Равновесие – это здоровье. Если какой-то из жизненных принципов выходит из этого равновесия, гармония нарушается и возникает болезнь. Поэтому с помощью еды, с помощью вкуса еды мы с вами можем делать соответствующие коррекции без всяких лекарств. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Оказывается, это все указывает на то, что нам надо давать нагрузку на мышцы. Мы состоим из мышц. Питается в основном мышцы. То есть, когда дается достаточно, но не чрезмерная нагрузка на мышцы, что получается? У нас аппетит, у нас прекрасно работает гормональная система, у нас прекрасно работает кровообращение, лимфообращение. Мы в конце концов вырабатываем энергию.
У нас нету нигде застоя. У нас работает сознание. Потому что сознание силы и дремем. И в результате мы становимся неактивными. А именно физические упражнения, вот в основном для большинства людей понятны, они позволяют поддерживать тонус организма на более-менее высоком уровне. За счет этого, естественно, и здоровье. Поэтому я вот постоянно даю нагрузку на организм. Если это не изодинамическая гимнастика, то есть специальная, которая там раз в 3 дня дается, там в 5 дней, ну, в зависимости от... То зато ходьбой я занимаюсь практически каждый день. 40 минут, 2 километра как с пушки. Вот встал и пошел. Ну, сейчас я еще добавил плавание. Вот. И тогда действительно чувствуешь и полноценную, и радостную жизнь. И в результате вот этих всех гимнастик, физических упражнений и особенно ходьбы, мы даем нагрузку на межпозвоночные диски. Межпозвоночные диски ни одно упражнение какое-то специальное не прорабатывает, потому что они должны во время ходьбы, они вот так вот рессорят, и за счет этого набирается вместе с водой питательных веществ, и также выделяют отработанное. Ничего не заменит ходьбу. Ну, кроме что как бег. Ну, желательно, чтобы это более такое природное было. Вот я этим делом занимаюсь. И, наконец-таки, вот последнее. Как раз не в бровь, а в глаз. Не врачуй бесплатно, ибо тот, кто врачует бесплатно, не ценит своего труда. А тот, кого врачуют бесплатно, не ценит свое здоровье. Вы знаете, вот мне хочется вам помочь, помочь бесплатно, бескорыстно. Я выставил там свои книги, на которые я потратил очень много времени на их написание. Я с вами веду вот эти все эти там беседы душеполезные, разъясняю то есть все 5-10. Опять-таки бесплатно. Люди получают... Ну, за счет этих бесед понимают, как помочь себе и прочее. Это все ясно и понятно. Ну, вот видите, не ценит своего труда. А тот, кого врачует, не ценит свое здоровье. Но я еще, как бы сказать, вот, вроде как это, стараюсь делать бескорыстно там, надеюсь на вашу помощь. Думаю, что в Царстве Небесном ваша благодарность какую-то копилочку мне там сделает. Ну, так я думаю, это относительно себя. Но вы-то цените свое собственное здоровье. Вот лично я свое здоровье, как бы сказать, чем я оцениваю? Я его, свое здоровье, оцениваю тем, сколько труда я в него вложил для того, чтобы я перед вами говорил, чтобы я нормально ходил, чтобы я вообще, знаете, полноценно жил. То есть это мой труд. Ну, а вы, помимо труда и так далее, ну, короче, подумайте, тема, конечно, такая щепетливая, но что-то в этом есть. То есть я взял 10 цитат, чтобы особо не перегружать видосик, и рассказал, там еще есть другие цитаты. Ну, если этот форматик понравится, можно будет и дальше кое-что делать. То есть рассказать такие вот простые вещи, которые, как бы сказать, как цитата. А за каждой из этих цитат стоит очень большие вообще-то знания. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики, если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность.